на маршрутах. То есть на таких старался что-то. Ну так если без документов сами. Понимаете? А, все, я понял. Так а как. Так, пододела чуть-чуть. Основные агрегаты. Я сейчас его просто по. Ну, под. Ну-ка, я же не в 3 года езжу. У меня 3 года. Слышь, единственный нюанс — это карты и потолок. Это. А. Команды. Эх. Хватит? Сколько? 17 лет уже на автобус. Пишем, как працюю. Коробка, ну, это что вот по салону поменять надо там потолок и все. Вот желательно. Ну да, то есть такое же, что. Допустим, вот если бы я, допустим, металлолом, да? Ага. У меня коробку мотора забирают за 50. Я вот так, Надя, прошу. Ну, вы смотрите, уж видите, вот это стоит мой около 18. А на чем ездят? Топливо, дизель. Быстрее. Это мелочи жизни. Это 1500 гривен дверь стоит, новая. А дверь не отвалится?